Святой преподобный Серафим является символом того, как человеческая слабость восполняется божественной благодатью. Мы сегодня действительно находимся под многими искушениями. Многие соблазны воздействуют на сознание современного человека, в том числе и православного христианина. И иногда кажется, что невозможно всему этому сопротивляться. Так много факторов работает против того, чтобы хранилась вера в сердце, чтобы человек жил религиозной жизнью. И тем не менее, еще раз хочу сказать, что по молитвам преподобного Серафима сегодня в стране нашей, в народе нашей возрождается вера православная. Вопреки всем тем влияниям, которые оказываются и прямо, и косвенно на то, чтобы эта вера потеряла силу, чтобы эта вера перестала вдохновлять народ и обращать взор его к Богу и ко спасению. Пусть предстательство преподобного Серафима Саровского, великого угодника земли нашей, помогает и дальше каждому из нас и всем нам вместе, русским православным людям, кто душой и сердцем связан с Россией, живет ее надеждами и живет ее жизнью, ко всем обращаясь, еще раз призываю, молитвами к преподобному Серафиму укреплять свою веру и способность оставаться верными Христу, невзирая ни на какие искушения, соблазны и притяжения мира сего.